вот я лично, и многие, наверное, из моих коллег согласятся, что написать хотя бы одну песню из тех, которые звучат сейчас по радио, дорогого стоит. Этих песен после Толи осталось немного, но то, что осталось, оно, естественно, входит в золотую коллекцию русского рока, и, может быть, даже без скидок слова русского убираем, просто рока. Это такая драйвовая, по-настоящему позитивная, очень оптимистичная, жизнерадостная музыка с настоящей такой роковой энергией. С днем рождения, Толя!